хасиды готовятся праздновать Новый год. Около 20 тысяч паломников из 12 стран прибыли в украинскую Умань. В этом году на празднование Рош-Хашана 20-22 сентября приедут более 40 тысяч гостей. За порядком будут следить 500 полицейских, в том числе и израильские силовики. Ежегодно хасиды со всего мира едут к могиле своего духовного наставника, цадика Раби Нахмана, в Умани.